Сделано в России. Вирус, с помощью которого похитили данные 110 миллионов банковских карт США, написал подросток из Санкт-Петербурга. К какому выводу пришли специалисты из компании IntelliCrawler, занимавшиеся компьютерной безопасностью? Код вируса был написан частично по-русски. По данным IntelliCrawler, автора вредоносной программы «Картоха», продал более 60 ее версий киберпреступникам из различных стран. Однако сам в атаках не участвовал. Данные миллионов американцев были похищены из магазинов крупной торговой сети Target во время зимних распродаж. Вредоносная программа считывала информацию с банковских карт непосредственно во время оплаты покупок. Кроме того, добычей преступников стали личные данные 70 миллионов покупателей.